Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. 20-й день, и мы с тобой забираем 1000 простого янтаря. Отлично. Так, дальше смотрим, что у нас здесь. Ну, начинаем с пака, естественно, с бесплатного. Давай, давай мне сюда. Так, монеты Одина, отлично. И смотрим, что нам здесь с тобой достанется. Крылатый ужас, шипорез, водорез. Ну и в основном ресурсы пошли. Что там мне досталось? Подожди-ка, по-моему, такой. Такой у меня уже есть. Это размягчитель. Давай-ка мы его, наверное, с тобой отпустим. 160 тысяч рыбы он мне дает. Давай, иди гуляй. Что нам принес беззубик? Ух ты. Вау. Ну, на самом деле, я хотел немножко другое получить, вывести. А что это у нас такое? Я вот не помню, ребята, что это за дракон такой. Ну, я знаю точно, что он у меня есть. Так, секундочку. Я пока на этом не согласен остановиться. Давай-ка мы с тобой, наверное, еще ресурсы заберем. Монеты Одина. Окей, и смотрим, что у нас тут. Ну, в основном древесина, рыба, ну и руны, которые нам нужны. Здесь с тобой забираем наш блестящий янтарь. Опять же, вставляем тусклый на обмен. Отлично. Так, смотрим дальше. Задание. Ежедневный вход получено. Откройте набор карт. Получено. Можно пока закрывать. Откроем с тобой колоду, которая уже созрела. Так, душитель, древоруб и громель-защитник. Оу, барс и вепрь. Отлично. Так, следующую колоду ставим на открытие и дальше продолжаем. Подожди-ка, снеговик. Хм. Не тот, да, получается? Ну-ка, давай найдем тогда. Вот он где. Спрятался, а? Так, что у нас тут по ресурсам? Блин, ресурсов очень много, особенно, друзья мои, древесины. О, водорезик. Нормуль. Рыбки мне притащил. Так, ты маловато. Вот как-то мало вот. Он носит. Древоруб, иди за древесиной. Костолом, иди за рыбой. Что у нас тут? Угу, громобой получает уровень 34, и мы прокачиваем его. Ать. До 35 не хватает буквально одного разика. Твою ж налево. Где бы мне получить миллион рыбы, а? Скажи-ка мне на милость. Мне бы этого вполне хватило бы для прокачки. Так, беззубик, давай-ка мы с тобой, наверное, куда-нибудь полетаем. Я не знаю, секунду, подожди-ка. Полетаем, но чуть-чуть попозже. Смотри, как я хочу сделать. У нас здесь с тобой зеленая смерть, да, которую я до сих пор не могу никак открыть. Мне нужны топоры. Вот я за топорами его обычно, ребята, отправляю, но почему-то он мне их не приносит. Фиг с ним, давай сделаем с тобой вот так. За 48 рун, пускай будут 3 сумки. Он не хочет мне приносить топорики эти, которые мне нужны. Друзья, не хочет и все. Так, забираем 5 рун. Кстати, что у нас, ребята, новенькое? Сейчас тебе покажу. У меня появился еще один дракончик новенький. Вот он. Хе-хе-хе. Жуткая жуть, это уникально. Подожди-ка, у меня же есть жуткая жуть. Где-то же была, я помню. Так, секундочку. Но там не уникальная, а, по-моему, обычная. Это криволап. Да, вот, обычная жуткая жуть. Может быть, его отпустить? Или не стоит? Если у нас есть уникальная жуткая жуть. Я не знаю, правда, ребят, в чем разница у них. Он еще и уровня маленького. Ладно, пускай пока побудет у нас здесь. Ну, уникальный-то в любом случае побудет. Я имею в виду про обычного. Стоит ли его отпускать? Так, ползи за рыбой. Что, все? Больше мы здесь ничего пока сделать не сможем, да? Нам нужно зарабатывать очень много рыбы. Потому что с древесиной, в принципе, проблем никаких нет. У меня тут лям еще лежит, и тут почти миллион. Так что насчет древесины даже и волноваться не стоит. А вот по поводу рыбы, да, ребят, с рыбой очень все проблемно. Так, может быть, тебя еще? Ага. Блин, ладно, пускай идет на приключение.
Так, а ты что у меня тут? Расскажите остальным. Давай, бесплатно. Здесь у нас что? Ага, крутим. Смотрим, что нам здесь выпадет. Давай руну. Ага, отлично. Сколько? 350 рун? Йоу. Вы серьезно? Вот это круто, ребят. Так, ну что у нас тут? 4. 4 рунки всего лишь, да? Давай, строительство. Бесплатно. Так, ну и что же дальше? Всех отправили? Нет, не всех. 30 голов еще остался. Лети на задание. Так, ну вроде бы всех отправили. Все у нас с тобой в работе. Все что-то добывают. Так, тут-то что у нас еще? А, отправить драконов в приключение, да? Получил я напиток. Кстати, вот событие открылось или нет? Тут нет, а вот здесь, да. Свирепые против хранителей. Ребят, начинаем. Так. Блин, не успел прочитать. Слушай, награда фуловая — это 150 рун. Ну что, давай попробуем. Только интересно, мы будем против кого? Против красных или против зеленых драться? Свирепые, да, против... Так, смотрим. Громобой, это зеленый. Отлично. Ну, он такой тугой, ребята, на разбор. А, тут еще и громелька, я ее не увидел. Да ладно, 9 уровня такие мощные не может быть. На тебе. Значит, нам с тобой стоит брать красных, получается, если мы воюем с тобой против зеленых. Хотя это первая волна, на второй волне... Ох ты, жук, что творит? Смотри, а. Я пока, наверное, не буду тратить наш суперудар, он нам еще пригодится. Как только этот накопит себе достаточно энергии, я, наверное, буду его станить. Так будет эффективно. Точнее, даже не станить, а вешать на него молчанку. На тебе. Раз, два, и, скорее всего, добивочный сейчас будет у нас. Ха, промахнулся. Лузер, лузер, на. Последняя волна, кто там у нас? Ух ты, это кто такой? А, Лаварык, что ли? Да не похож, как бы он на него. Зелень, да, говоришь, значит? Ну, на, укусик. Бомбим. Ну, зеленые против зеленых не особо сильно, конечно, дерутся. Куда ты лезешь, а? Ну, ведь Лаварык же это, да? Хотя с такой приблудой на хвосте, что-то я не помню. Оу, давай, наверное, сделаем. Возможно, Лаварыга сейчас уничтожим. Да. Остается Костолом. Костолом один. Но он ничего против нас тут не сделает. Как бы он тут ни старался. Получи и распишись, как говорится. О, отлично. В немоту его отправили. И, скорее всего, добили, да. Великолепный первый бой. Победушка, ну и мы сейчас будем с тобой крутить рулетку. Но что нам здесь выпадет, интересно? Да как всегда, ресурсы. Ну давайте только... Да у меня этой древесины уже хоть одним местом жуй. Очень много, зачем она мне нужна, а? Ну что, получаем с тобой 1000 тусклого янтаря. Естественно, забираем и двигаемся дальше. Поехали. Надеюсь, моя команда еще здесь будет актуальна. Потому что я не знаю, кого там они против меня выставят. Зелень или краснуху. Скорее всего, краснуху. А, нет, зелень. Слушай, два зеленых, отлично. Начнем с Костолома. Лаварык не столько опасен для меня. Хотя это немножко другая какая-то модификация его. Я не знаю, что он там делает. Обычный, да, он у нас что мог делать? Вешать защиту и хиляться. А этот фиг его знает, что он делает. Они промахиваются, вообще не могут по мне попасть почему-то. Эй, нубики. Ну что ты там? Ой, ой. Минус, отлично. Погнали дальше. Можно, в принципе, давай вот так вот. А, нет, зачем мне это делать? Если бы была команда фиолетовых, да, это бы было бы актуально. Так, смотрим, ребята. У него шкала заполнена, он почему-то ничего не применяет. Интересно, почему?
Что с ним не так? Ах ты, чуть-чуть не добили. Смотрим. А, что смотрим-то? Смотрим, мой ход, главное, смотрим. Ага, тут громобой. Опять же зеленые они. Ну давай сделаем немоту, фиг с ним. Пускай будут без возможности применять заклинания. Хотя у них шоколада пустая. Можно было бы и потерпеть. А смотри-ка, этот какой-то синий. Громель-то. Да успокойтесь вы. У вас шансов нету здесь. Можете даже не выпендриваться. Уничтожим, интересно, или нет? По идее, должны. Выжил. И Громель у нас тут остался. Что-то выпендривается еще, смотри, а. На-ка, получи. Добили. Шикарно. Ну, вперед, так вперед. Давай мне что-нибудь такое хорошее. Ну, только не древесину, ну, пожалуйста, вот. Да ёпрасоте, ну, у меня нет слов просто, а. Они просто помешаны на этом дереве. Я прошу у них рыбу, они мне дают древесину. Давай, забираем с тобой. Ну, 400 напитков, в принципе, это неплохо. Як много этого. А дальше у нас с тобой идет 2 янтаря. Ну, так себе награда. В принципе, янтарь я блестяще могу и сам себе заработать. Ну, как говорится, все равно на халяву. Так, опять же зеленые. Слушай, мне кажется, тут надо было действительно брать нам с тобой команду красных. И мы бы просто их рвали бы здесь. Вот после этого боя я так, наверное, и поступлю. Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Отлично. Ну что ты, что ты, что ты, Костолом, успокойся, господи. Нормуль. Тоже какой-то фиолетового расцвета. На. Можно, в принципе, травануть его. Ну, отравление не так мало отнимает у него здоровье, если честно. Ох ты, ничего себе он сделал, смотри-ка, застанил. Он застанил мне моего громобоя. Как он посмел, а, сделать это? Еще и защиту понизил. Что-то новенькое. Мы начинаем промахиваться, как всегда. На-ка, получи, Костоломчик. Сдулся. Оу, тут уже 3 врага. Блин, да ладно, серьезно, что ли? Какие-то они здесь совсем, ребята, другие. Ты посмотри на их расцвет. Это же уже громорок у нас. Бафер, насколько я помню. Будем надеяться, что мы с тобой здесь справимся. Так, тихо-тихо-тихо. Не надо буянить. Ну что, поехали. Потихоньку будем бомбить. Вау. Кого-то сейчас не станет, по-моему. Неплохенько. Да, надо брать команду красных. А команда красных это у нас Скалотряс. Кто же еще там у нас? Я уже не помню. Сейчас мы найдем. Сейчас все будет тип-топ. Ну-ка, добиваем громорога. И остается лишь Костолом у нас тут. Ага, у него... Опа! Неплохо он звезданул, неплохо. Ну, конечно же, это его не спасет, ребят. Мы разберем его сейчас. На изи. Так, и последний добивочный. На, выкуси. Ну, давай, посмотрим, что нам здесь достанется. Опять древесина дал... Все, я даже больше ничего говорить не буду. Потому что тут уже ясно. Древесина по мне плачет. Забираем с тобой янтарь блестящий. Так, на почту все это получили. И меняем с тобой команду. Меняем команду именно на красных. Так, ну давай. Снаряжаем. Кто еще? Кривоклык, в принципе, неплох, да? Будет, я думаю. Ну, давай посмотрим. Снарядить. Вот такая вот у нас команда красных. Можно было бы, конечно, змеевика взять злобного. Или даже вот, Костолома. А почему бы и нет? Ну, попробуем вначале вот так вот. Поехали. Посмотрим, насколько действительно эта команда хороша. И хороша ли она вообще. Хотя против зелени мы должны рулить здесь. Угу.
против зелени. Ну что, потихоньку начнем. Поехали. У нас тут есть усиление команды, не забывай. Кусаем. Давай просто, наверное, так сделаем. Отлично. Смотри, что творят, а? Потихоньку начинает разбирать нас почему-то все равно. Подожди-ка, кусаем. Так, сейчас у меня... Блин, смотри, застанил. Вот. Все свирепые драконы, а? Мы защиту себе повысили. Ну, не знаю, насколько хорошо, конечно, нам это поможет, ребят. Так, минус один. Минус один. Поехали. Так. Мы хильнуться единственное не можем с тобой. Да ты достал уже, а? Атакует и атакует, а? Так, лаварык. Давай вот так сделаем. Да почему ж ты не добил-то его, а? Так, у нас еще потом с тобой впереди бой будет один. Так что пока не расслабляемся. Можно было бы, конечно, вот так вот добить, но... На вторую волну мы с тобой это все придержим. Так. Что он там сейчас сделает? Чудесного такого. Ага, хильнулся все-таки, да? Понятно. Все-таки он решил захиляться. Ну и вторая волна. Ох, ё-моё. Блин. Давай, наверное, сделаем с тобой вот так. Блин, немота. Ладно, фиг с ним. Тратим. Тратим с тобой суперудар. Кусаем. Что он сейчас будет делать? Блин, на гармобоя лезут. Они будут его, наверное, уничтожать все-таки, да? Почувствовали врага. Я понял, ребята. Этот добьет. Нет. Да ладно, ты серьезно, что ли? Раз, два. Тогда мы с тобой еще разок вжарим. Уже, как говорится, на дорожку. И добиваем громорога. Даже если мы с тобой потеряем громобоя, я думаю, мы вдвоем здесь справимся. Потому что у нас еще есть одна штука полезная для нас. Так, давай сюда, наверное. Окей. Но до нее нужно, конечно же, накопить еще. Что сейчас будет? Кого-то глушит. Угу, я так и понял. Оглушение сработало. Так, ну что, костолома мы с тобой разбираем. Это однозначно. И остается лаварык. Давай его, наверное, вот так вот оглушим заодно. Бамс. И добили. Все, ребята, победа за нами здесь. Надеюсь, на рулетке не древесина выпадет. Я буду просто молчать, ребят. Просто молчать. Хочу посмотреть, что же все-таки мне выпадет. Ну вот. Молчание помогло. Нам выпал загадочный набор. Это лучше, чем древесина. Так, ну что, мы с тобой переходим на последний поединок. Здесь, судя по всему, будет обалденный босс. Команда красных пока еще нормуль себя проявляет. Но вот по поводу босса я немножко сомневаюсь. Вот он, да? Одна волна или две? Две. О, ребята, громорог, костолом. В общем, все-все-все тут самые мощные собрались. Давай, наверное, с громорога начнем. Так. Если что, у нас с тобой есть груша. На худой конец, да? И ульта. Смотри, что творят. Ты посмотри, что они себе позволяют. Почему они ходят? Да ладно, баф делает, ё-моё. Слушай. Блин, это же будет сейчас такой разнос, а. Давай так сделаем с тобой. Блин, они сейчас, ребята, под усиленной атакой сейчас начнут так жарить. Вот смотри, мелкий пошел. Опа, ты видел? Это сейчас может даже уничтожить. Нет, не так он сделал. Хорошо.
Ну ладно, давай попробуем так сделать. Все равно другого варианта нету. А, надо было хильнуться, надо было подлечить мне скалотряса. Вот. Вот моя ошибка, ребята. Не подлечили мы с тобой скалотряса, вот и все. Ладно, посмотрим, что у нас тут получится, если вообще что-нибудь получится. Так, у них баф слетел на атаку, уже хорошо. Давай, поехали. Нормуль. Да ну, хорош, блин, какое уклонение может быть? Вы что, серьезно, что ли, блин, уклонение он сделал? Ну, а тебе. Так, последняя волна, кто у нас там, я не вижу. Два Лаварыга плюс Громелька. Ой-ой-ой. Ну, блин, я даже не знаю. Ну, давай попробуем, фиг с ним. Давай. Сделаем так. Начнем с малышей, вот с этих вот, с Лаварыгов. Ой-ой-ой. Хиляться нам, наверное, придется с тобой здесь, если успеем. Но успеть-то мы успеем. Лечимся. Так, надо этих мелкашей добить, все-таки, мне кажется. Ой, мне не нравится, ребята, что у них шкала-то ярости наполняется. И сейчас этот может так бомбануть. В принципе, что он и делает. Так, надеюсь, мы сейчас с тобой сделаем суперудар наш. Отлично. Так, минус один Лаварыг. Этот пока будет в тишине стоять. Давай займемся с тобой, наверное, вторым. Плюс у нас есть с тобой ульта. Еще есть подхил. Блин, ульта, подхил. Я не знаю, ну давай попробуем сделать так. Вот скажи, нафига я это сделал? Он же сейчас бомбанет. И минус этот, да, сразу? Подожди, пока терпимо, ребят. Что он там? Я рискую, короче, ребят. Да. Все, сделали, сделали. Так, в немоту. О-о-о, а чего ты такой маленький урон-то получаешь, парень? Минус. И мы с ним остаемся один на один, да? Плюс ко всему у него там суперудар будет скоро. Естественно, он звезданет по мне. Ай-яй-яй. Как вот мне с ним теперь справиться? Скажи-ка мне на милость. Смотри, сколько он наносит мне урона. И смотри, сколько я сейчас буду ему. Да. Скажу-ка я тебе. Сейчас ждем. Слушай, он что-то не то делает, ребят. Сейчас он дождется и вмажет мне. Уже вмазал. У меня только одна надежда, ребята. Я не знаю, правда, прокатит она или нет. Нет, она не прокатила. Твою же налево, а. И энергии нету, а. Ну ты посмотри. 3 часа 40 минут остается у нас. Слушай, я ведь могу как-то добавить? 65, фиг с ним. Я добавлю, ребята, еще одну попытку. Ну, я хочу поменять драконов. Например, я хочу взять Барса и Вепря снарядить вместо Скалотряса. И вместо Кривоклыка мне надо было брать вот кого. Тройного удара, ребят. Хотя, подожди, у нас же кто-то есть посерьезней, да ведь? Сарделька 9 разряда. А кто у меня есть посерьезней? Есть Ветрокрыл. Но мне почему-то кажется, что лучше взять тройного удара здесь. Давай попробуем вот так вот. Просто хочу посмотреть, как у нас с тобой здесь получится. Один красный, ну, как ты понимаешь, зеленый почему-то против красных прут. Причем довольно усердно. Но есть у нас с тобой Барс и Вепрь, который, в принципе, неплохо должен. Да, он неплохо бомбит. Особенно синих. А почему здесь синий? Должен быть зеленый. Не понял юмора. В плане, подожди, откуда здесь синюха взялась?
Что-то, ребят, здесь не то. Так. Ага. Так, дальше кто у них? Громорок. Сейчас мы добиваем. О, сейчас что-то будет. Кого-то оглушат. Понятно. Из-под тишка. Снижаем защиту. Это, кстати, хорошо. Сниженная защита, да плюс усиленная атака, это вообще имба. Но что-то все равно команда наша как-то, ну не вытягивает, ребят, если честно. Уничтожаем. Так, а этот чоханорик? Вот что он делает. Давай-ка мы ему защиту понизим. Оу, нифига он кусает. Вот сейчас мне как раз и не хватает, ребята, нашей груши, да, и наших вот этих вот суперударов. Слушай, я ведь могу сделать вот... Да и фиг с ним, ребят. Тратим. Тратим и хиляемся с вами. Ну что, поехали, начнем, наверное, да? Потихонечку. Снижаем защиту. Оу! Снижаем защиту. Не получилось, ребята, снизить защиту-то. На тройного удара прут. Знаю, да? Что он может такую кузькину, как говорится, сделать. Хильнем, наверное, с тобой тройного удара. Раз, два. Как варик. Но я лучше, наверное, не так сделаю. Вот что мы с тобой сделаем. Блин, не то. Хотя, подожди, все то, ребят. Сейчас мы их в сайленс, да? Загоняем. Так, ну что ты там прыгаешь? Ага, вот так вот. Этого мы сейчас добьем. Этого мы с тобой добьем. Так, теперь... Ну, давай сделаем так, фиг с ним. К примеру. Этот сейчас бомбанет. Понятное дело, своим суперударом. Очень жестко, по-моему, громорога мы с тобой... А, нет, смотри-ка. Ух, кого нам оставить-то лучше, этого или этого? Давай, наверное, вот этого сохраним. Ну-ка. Так, тройной удар. Добивает, да? Ну, давай сделаем вот так вот. Фиг с ним. Сейчас кого-то сейчас опять убьют. Чего же ты так бомбишь-то по-жесткому-то? Вот объясни мне, пожалуйста, а? Кусаем. Сейчас, по-моему, тройной удар погибнет. Я так и понял. Давай делать немоту на него. Плюс у него пониженная защита. Есть, ребята, шанс у нас с вами. Но для этого нам придется вот так вот делать. Да чтоб тебя! Ты, блин, серьезно? Там поскольку по 2 идет, я уже не помню. Блин, ну если я здесь фейлюсь, это будет вообще обидно, друзья мои. Что-то говорит именно об этом. Да как так-то? Блин, я не знаю, ребят, как его победить? У него слишком жесткая атака. У меня всего лишь одна ульта осталась. Смотри, что вытворяет, а? Нет, я его не смогу победить. Никак у меня не получается. Зеленый, красный должны его вообще атаковать по-имбовому, но... Да тут не выходит, ребят, никак. Еще и уклонение, вообще замечательно. Все, тут, ребят, понятно дело. Игра против меня пошла. Просто. А за что мы вообще деремся здесь? Давай-ка посмотрим, что там за награда конечная. А, за 150, за 150 рун мы здесь будем драться. Ладно, я не буду, ребят, продолжать бои эти. Потом уже, когда накопится энергия сама по себе, я попробую за кадром с ним разобраться. Хотя я почему-то сомневаюсь, что у меня получится. Так, ну что, это событие у нас с тобой еще пока закрытое. Ну, остается арена. Да, друзья мои, остается арена, погнали.
Блин, громобой, ну почему ты такой слабый? Я вот оказался против босса, он не потянул. Ему бы вот хотя бы один уровень поднять, десяточку, да? А лучше 11-й. Мы бы его разорвали бы. И тройной удар, как я посмотрю, там вообще не очень эффективен был. Что это за скорость? Давай X2. Громель, блин, еще со своими вечными... Они все промахиваются начали. Понимаешь, они все начинают промахиваться. Почему вы такие вот мазилы, а? Вот объясните мне. Вот из-за того, что мы с тобой очень много делаем промахов, мы и проигрываем. Вот что я тебе скажу. Добить ты сможешь хоть? Ну неужели? Так, давай-ка мы их быстренько в молчанку обоих. А то я смотрю, там у них супер удар назревает. А я, честно говоря, не особо хочу получить от них втык. Ну что ты там? Ага, вот так вот. Получи. Да ё-моё, ну как ты мажешь, а? По чернаку. Сейчас что-то, ребят, будет страшное. Ну нет, это еще терпимо. Давай тогда сделаем молчанку на них. Я думаю, с этим мы разберемся сейчас. Ну, отлично. Попал, надо же. И сарделька попала. Сейчас кого-то зажарят. Нет, выжили. Вот косорылый, а. Хорошо, ребят, победа за нами первая. Три дракона минус, и какой там у нас пак выпадет. Редкий, отлично. Продолжаем нашу эпопею. Нам нужно еще с тобой один пак и, соответственно, 7 драконов победить. И смотрим, кто нам здесь выпадет сейчас. Зелень, красная и зелень. Красный, как всегда, кревет, с которым мы сейчас с тобой будем разбираться. В первую, естественно, очередь. А тут, тем более, громель и лаварык, они не настолько опасны для нас. Нет, ну этот, в принципе, может шмальнуть своим огоньком. Может, конечно, сделать. Так, тихо ты. 11 уровень. У меня только барсы и вепрь 12-го. Это самый, как говорится, сильный дракон у меня вообще во всей колоде. Твою же маковку, он еще и мажет. Уничтожь его. Вы что, серьезно, что ли? Вот как так, ребят, можно понимать? Два дракона подряд промазали. Неужели так офигенно зависит от уровня? Я не понимаю. Ну, добить сможешь? Все, ребят. Так, молчанку на них вешаем. Так, начнем, наверное, с громеля, да? Иди ты в пень. Лаворик хорош выпендривается. Погнали. Раз атака. Два атака. И... Во, то, что нужно. Минус громель. И у нас остается лаворык. Ну что он там сделает? Я думал, будет хиляться. Нет, ничего не стал делать. Как всегда, мажем. Как всегда, промахиваемся. Ну, все в своем репертуаре. Так, что за пак? Покажите мне. Обычный, самый обычный. Ну, а мы продолжаем нашу битву. Да, я знаю, что ячейки все забиты. Но мне нужен пак вождя. Опять соляночка, и это хорошо. Там даже один красненький у нас есть. Кто это у нас? Громель. Вот с него-то и начнем. Понял я тебя. Лаворик, успокойся. Так, этот прихвостень там еще. Вот, кстати, тоже огнеплюй. Вот так вот. Слушай, а он... Ого. Да ладно, молодец. Барсик с вепрем, умничка. Ну что, теперь, наверное, он... Начнем с того. Сейчас мы этого прихвостня уничтожим. Ну, лавары, как ты уже понял, для нас вообще, ребят. Ох, 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 ох. Вот это было серьезно. Он еще как-то... Да ладно. Ну... Блин, мы еще под гипнозом с тобой были. А сарделька ничего не будет, да, делать? Просто стоять и любоваться. Ну, ну хотя бы так. Давай добьем с тобой. Да, прихвостень. Вот это, кстати, с одной стороны хорошо, что он, как тебе сказать, сделал на нас гипноз, а не что-нибудь там, какое-нибудь проклятие, да, или еще что-нибудь. То есть мы все равно атакуем.
Так, Лаварык, ты что там будешь делать? Да ничего, просто атакует. Давай его. Ать, ать. Вот сарделька слишком слабо бьет. Атака, ты видел, да? По 70, по 80 урона за удар. Это вообще как-то не айс. Ну вот. Победа очередная за нами. Ну что, еще одна победа нам нужна с тобой для того, чтобы получить пак вождя. Почему мне все время пишут гость-гость? Это, видимо, ребят, нереальные игроки, да? Потому что... Хотя я, по-моему, сам. А, нет. У меня никнейм есть, так что все, нормуль. Ну что, начнем, наверное, с красного. Это у нас Костолом. Блин, понизили атаку. Плохо. Тут еще и... Тут у нас еще с тобой и этот, оказывается, да? Ну-ка. А зачем? Нам смысла нету. Давай просто бомбанем. Да ё-моё, я же хотел просто бомбануть. Зачем? Ладно, добить не добьем даже, а? Ну что ты, змеевик? У нас оба с пониженной атакой. Ха, промахнулся. Ну, смотри, сколько он промахивается, да? И сколько мы. Мы раз 20, а он всего лишь один раз промахнулся. Так, ну что, отпрыск? Ой, какой отпрыск? Это не отпрыск, ребята, это нормальный у нас. Так, змеевик. Кто-то сейчас будет что-то делать. У них шкала заполнена. Я не понимаю, почему они не активируют свои суперудары. Вот это вот хорошо. Кто не успел, тот опоздал, верно? Верно. Так, хорош тут полыхать. Ну-ка, добей, добей его, отлично. Ну вот и пак вождя у нас сейчас будет. Давай открывать. Громобой, чудовище, Костолом, ужас крылатый и водорез. О, барс и вепрь. Ну что, пойдем с тобой за вторым тогда паком. Нам, как говорится, уже терять все равно нечего. Соляночка, нормуль. Ну давай, давай, давай уже быстренько. Так, что-то мне знакома эта комбинация. По-моему, только что бой у нас был именно такой же. Так, ну здесь смотри-ка, противники 12 уровня. Как тебе, а? По-моему, что-то перебор. Как по мне. Слишком круто для 9 уровня. Ну-ка. Прекрасно. Ать! Это было больно. Да чтоб тебе. Блин, а если так? Давай укусим, наверное, просто с тобой, да? Лаварык, в принципе, не в счет. Вот змеевик сейчас опять пульнет по нам. Жестко он бомбит, конечно. Блин, пристеголовый, как всегда. Как всегда косит. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Конечно, с усиленной атакой было бы лучше. Урона бы в разы больше. Но тут, как говорится, некогда выбирать. Так, этот меня нисколечко не пугает. Меня пугает вот, змеевик. Сейчас кого-то, наверное, сардельку уничтожит. Нет. Бесит, вот я тебе серьезно. Я уже запарился говорить. Меня бесят их не промахи вечные. Да бей хотя бы. Из этих промахов сколько мы с тобой раз уже проигрывали, а? Ну, бесчетное количество просто. Не может быть, чтобы он вот так вот часто промахивался. Ну что, добьем с тобой лаварыга-то этого? Пройдоху. Да. Отлично. Еще один бой. Давай ко мне. Ага, синих дали. Синих и красных. Не очень хорошая комбинация, если честно. Опа, кревет опять тут. Как там один из подписчиков написал, кревет погоняло разрыватель пуканов? Возможно, ребята, для меня, да. Так, ну что-то там... Ого! Вот это он вмазал. Вот это вмазала синюха. А синюха что у нас? Да, по красному наносит отличный урон. Понятно. Мне все равно нужно убирать кревета. Как бы я не хотел уничтожить этих синюшных, мне нужно убрать кревета.
Так, что он будет делать? Ну, естественно, просто атаковать. Бедный мой, блин, громобой. Его уничтожат сейчас. Вот и все. Так, а синий по зеленому не особо, да? Сильно дамажит, так что отлично, ребят. Сейчас мы их будем разбирать по ходу дела. Да как сказать, не сильно дамажит. Нормально дамажит. Так, кто сейчас? Этот ходит, да? А у него суперудар. Да, ребят, во время боя почему-то вылетела игра. Ладно, ничего страшного, будем переигрывать. Да ладно, серьезно, что ли? Практически команда предыдущая мне выпала. Опять же, красные две синюхи. Ага, начало неплохое, они промахнулись. Давай так начнем. Фиг с ним. А этого вот так. Дальше. Наверное, вот так вот лучше сделать. Так, плестиголовый. Понятно. Начинается, да, у нас? Старая канитель. Змеевик. Блин. Как сделать-то лучше? Давай, наверное, вот так вот. Почему так плохо? А, у тебя же, понятно. Ну вот. В тишину. О. Но этого мы добьем с тобой. Понятное дело. Правда, они сейчас все втроем сходят. Уничтожат, да, громобоя мне. Понятно. А мы тоже уничтожаем. Так, поехали. Престиголовый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Огнем. Удвоение энергии. Так, этот еще ускоряет свою команду, а? Паршивец. Да вы серьезно, что ли, блин? Трындец. Давай хотя бы ударчик с тобой нанесем. Ну, а дальше, ребят, вы сами понимаете, да? Я делаю отражение, и все будет пучком. Зря ты так. Зря ты так, парень. Давай там, что будешь? Ускоряться, ускоряйся, фиг с тобой. Мы тебя будем за это бомбить. Дурилка-то деревянная. Давай опять свое ускорение врубай, мне не жалко. Тормоз-то, а? Ну что, опять ускоряйся? Ты посмотри, посмотри, что он творит, ребят. На, все, да ускорялся. Фух. Продолжаем. Так, нам с тобой еще трех драконов нужно победить. Трех. То есть это одна схватка, если мы с тобой всех победим. Вот, здесь, в принципе, шанс есть, даже неплохой. Потому что солянка и красных нету. Но тут понятное дело, что нам лучше уничтожать ветрокрыло сразу же. Ну, постараться его убить. Хотя тут и этот у нас. Громорог. Ладно, фиг с ним. Ты посмотри, какой он тугой, а? Это сейчас бафнет. Наверняка бафнет. Нет. Давай тогда, наверное, вот так сделаем с тобой. Не им, не мне, как говорится. В плане, еще и промахнулись здесь. Добиваем с тобой. Пока, ребята, он не использовал свой суперудар. А он его использует. Так. Нифига он не использует. Отлично, добиваем. И разбираемся с этими шитиками. Ну, фиолетовый, понятное дело, попадает под разгром. Угу. Нашей сардельки. Так, что ты там делаешь? Фигня полная. Так, погоди-ка, чтобы... Ну, по идее, мы должны фиолетовых наказывать. А почему так плохо бьем-то по нему? А, ну правильно, он 13 уровня. Ё-моё, 13 уровень против 9-го. Что я тут хочу от него? И как быть, блин? Ну давай так сделаем. Все равно он не жилец у нас. Сейчас его завалят просто-напросто, смотри. А мы с тобой только через отражение сможем играть. Давай, суперудар, пожалуйста, суперудар. Ага. Это хорошо. Ты серьезно?
Давай бомби, убивай себя сам. Молодец, умничка. Так, ты тоже убивай себя сам. Нет, он хиляется. Тогда получи. Что он там? Он еще немножко отравлен. Так, и он и нас отравил. Ну, ударяй. А мы добиваем. Подожди-ка. Нет, он сам себя добил, друзья. Сам себе, отлично. Забираем с тобой пак. Вот он. И что нам тут выпадет? Древоруб, Бастрозуб, Водорез и Барс и Вепрь. О, Ветрокрыл чемпион. Неплохо. Неплохо, но очень медленно прокачиваются, конечно же, эти персонажи у нас. Так, что у нас тут? Ага, хитрых драконов. Получаю 70 напитков. Ну, неплохо. А тут что у нас? Подожди-ка. А что, здесь ничего нету? Что вы мне показываете? Странно, конечно, было. Так, этот уже насобирал, да, древесины, типа? Прохлаждается, этот рыба насобирал. Летите, летите, и этот тоже готов, отдыхает уже. Продолжаем, продолжаем поиски. Так, где у меня водорез? Забираем, вернуть и опять же вон на... За рыбой отправляем. Так, ребят, по-моему, я могу... Что тут такое у нас? Получите 600... Ага, 1000 единиц древесины, понятно. Я, по-моему, могу прокачать. Где у нас тут? В ангаре, да? Окей, 35 уровень. Ну что, ребята, еще немножечко, и мы с вами получим 36 уровень. А это значит, что мы сможем улучшить потом нашу деревню. Так, здесь древесина, древесина, тусклый янтарь. Я забираю тыщенку. Здесь у нас еще, ага, блестящий янтарь. И пак должен быть. Вот он. Давай-ка откроем его, посмотрим. Что нам здесь выпадет? Громель. Кревет. Так, ужасное чудовище. И ресурсы. Отлично. Ну, вроде бы пока и все. Вроде бы все, да, ребят. Отдай рыбу. Пошел дальше. Ну что, ребята, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!